Учреждение «Полоцкий обор» ежегодно проводит традиционно соревнования «Полоцкий стрелок» в преддверии 23 февраля, Дня защитника Отечества. У нас собираются стрелки не только с Полоцкого района, но и из ближайших. Сегодня есть и Чашники, Шумилино, Верхнедвинск. Также мы проводим сегодня республиканскую выставку охотничьих собак «Монопородная», выставка собак-лаек. Сегодня присутствует примерно в пределах 70 владельцев собак и в пределах 50 стрелков.